Добрый день, дорогие мои друзья, подводные охотники. Сегодня у меня день рождения, и жена решила мне подарить такой удивительный подарок, ну как сказать, удивительный. Так как я занимаюсь подводной охотой, жена мне решила для моего всего снаряжения подарить очень вместительную сумку, в которую можно поместить ласты, ружье, в костюм, а то и два костюма, я так понимаю. В случае стрелянной рыбы можно также поместить в эту сумку эту же рыбу. Ну, конечно, желательно ее поместить сначала в пакет, чтобы она не растеклась по всей, чтобы костюм не запачкать. Вот. Сейчас вот такой вот пакет у меня. Вот я его только что получил на почте. Вот. Сейчас я его распакую. Покажу вам эту прекрасную сумку, покажу фирму. Если вы хотите, пожалуйста, заказывайте, я рекомендую, так как в интернете мне показалась это очень прочная сумка, вот, чтобы не потерять ничего, чтобы сразу было видно, что где и на каких местах находится. Вот, сейчас я ее распакую, посмотрите, если захотите, заказывайте. Вот. Дело в том, что сумка эта сделана из очень прочного материала, я так понимаю, из того, из чего делают лодки, брезентовый мощный материал. Клеют эти сумки на заказ. Вот. Довольно-таки неплохо. Я даже, честно сказать, не могу понять. Это, наверное, какой-то специальным станком или машиной. Очень прочный материал. Не порвется. Вот. Очень будет удобно и очень, можно сказать, транспортируемая сумка для вашего снаряжения. Так что посмотрите, ну так мне показалось на первый взгляд. Сейчас мы посмотрим, откроем, как она вообще выглядит. Вот такая вот фирма. Вот. Такая вот фирма, дорогие друзья. Смотрите, как она называется. Leon Fish Sub. Leon Fish Sub называется эта сумка. Вот. У нее вот такой вот отдел для фонарей, для зарядки от ружья. Можно поместить. Вот отделы для ласт. Вот. Они залазят прям сюда. Вот такие дела для вас. Сейчас мы попробуем первую сунуть ласты наши. Как у нас пойдут ласты? Это, честно сказать, очень для меня подходит, так как постоянно в машине эти ласты мешают, то что-то положить можно, то что-то сам. А так они четко будут стоять в этих чехлах, не повреждаться. Вот. Сейчас мы попробуем их сунуть. Вот смотрите, как залезла ласт. Это просто класс. То, что я хотел. Спасибо моей любимой жене за то, что она мне сделала этот прекрасный сюрприз. Мне уже она нравится. Вот. Еще раз посмотрите фирму. Leon Fish Sub. Вот. Смотрите, как четко залезла на лаз. Вот, смотрите. Вот, короче говоря, я ее застегиваю. Все. Все у меня сейчас по фэншую, смотрите. Вот, засовываем другую ласту. Засовываем и другую ласту. О, круто. Мне уже вообще очень нравится. Я мечтал о такой сумке, но жена нашла в интернете на этом сайте. Очень довольно-таки удобную. Сказала, сделаю тебе подарок. Я не ожидал, что именно сумку для моей снаряги. Она мне очень подходит, я уже это вижу. Она уже очень... Смотрите, ласт почти что и не было. Ласт. Вот. Теперь мы сейчас поместим костюм наш. Вот наш костюм. Помещаем костюм в нашу сумку.
Включаем костюм на шоссу. О, я уже вижу, просто здесь еще влезет мой зимний костюм. Помещаем носки и перчатки. Вот. Помещаем носки и перчатки. Смотрите. Помещаем буй. Буй, чтобы нас опасаться от лодок, чтобы лодки нас не переехали. Сейчас вытащим флажочек для начала. Вот, смотрите, поместили мы буй. Ружье. Груза. Тоже пойдут в эту прекрасную емкую сумку. Вот. Смотрите, как все получается. Вот мы сейчас положим сюда еще и груза. Поместили. Кукан мы можем поместить, ребята, вот такой прекрасный бел, очень удобный в этой сумке, чтобы не проткнуть ничего. Вот. Он не даст ей проткнуть кукану. Туда же мы поместим зарядное устройство для ружья. Смотрите, сумка как будто спортивная, такое ощущение, что я какой-то дайвер прямо. Смотрите, ружье просто сюда и тонет в эту сумку. Два фонаря. Туда же идут. Я не знаю, я налегке это все сделал. Была у меня другая сумка, такая же брезентовая, но мне только туда помещался костюм, маска. А, да, маска сюда залетает. Также, ребята, сумочка с моими запасными частями. Вдруг в случае чего что-то сломается, у меня специально имеется вот мини-сумочка. Вот. Для того, чтобы что-нибудь починить. Какой-то компании. Ну вот что я вам могу сказать, дорогие друзья. Я очень доволен этим подарком, потому что жена мне подарила на день рождения. Очень благодарен ей. Сейчас я ей заказываю лодку. Вот. Надеюсь, она мне ее подарит. Смотрите. Все это застегиваю. И залепливаю. Что мы можем сделать? Теперь мы можем эту лодку, эту сумку спокойно брать и идти на подводную охоту. Ну, конечно, я сейчас не пойду на подводную охоту, так как мы еще не договаривались. Вот. Также можно это одеть на плечи. Если вам так угодно. Вот. На плечи здесь. Вот. Взял ее так. Кинул машину. Вот. Очень круто. Смотрите, ласты здесь. Грузы, костюм, ружье. Вся снаряга, что необходимое здесь. Сюда еще влезет зимний костюм. Зимний костюм или летний костюм. Все у вас, ребята, поместится. Я считаю, вот такая вот сумка. Довольно-таки симпатичная. Вот у меня такой зритель. Вот вы видите, у меня зрители неплохие. Но сумка, я вам скажу, очень крутая. Мне она очень нравится. Выглядит она спортивно, по-дайверски. Сейчас я буду моднее всех. Смотрите, как ласты хорошо зашли. Вот так вот ласты зашли. Вот так. Вот ласты у нас здесь. Хорошие замочки такие.
Ну, как обычные прищепки. Сумку делаете на заказ. Хотите больше емкостей, хотите меньше. Смотрите еще раз фирму. Если вам хочется или не хочется. Вот такая фирма. Leon Fish Sub. Честно сказать, от души просто решил снять. Так как имею свой канал, думаю, в качестве помочь нашим подводным охотникам завладеть такой сумкой будет неплохо. Такая микрорекламка получилась у меня. Все, ребята, погнали охотиться. Подписывайтесь, ребята. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Я вам обязательно помогу. Если вам захочется этот сайт приобрести, я так понимаю, Leon Fish Sub, это он. Leon Fish Sub.